новость последних минут. Тело российского пилота Су-24М Олега Пешкова доставлено в Турцию и будет передано российской стороне. Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, сообщает телеканал CNN Turk. Заявление было сделано в аэропорту Анкары, откуда Давутоглу должен вылететь в Брюссель для участия в саммите ЕС-Турция. И вот пресс-атташе посольства России в Анкаре Игорь Митяков подтвердил ТАСС, что тело Олега Пешкова будет сегодня передано российским дипломатам в Турции. Напомню, 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Экипаж самолета катапультировался. Пилот Олег Пешков был расстрелян в воздухе боевиками. Штурмана Константина Мурахтина спасли.